Каждое четвертое воскресенье сентября в Украине отмечается День машиностроителя. Торжества по случаю профессионального праздника проходили сегодня в Азовмаше. Традиционное поднятие флага предприятия, посвящение заводской молодежи в Азовмашевце и чествование машиностроителей во Дворце культуры «Искра». Поздравить трудовой коллектив с профессиональным праздником пришли почетные гости, в числе которых и городской голова Юрий Хатлубей. Репортаж Ксении Безлюдной.